В Сочи собралось 16 хоровых коллективов. Это порядка 300 человек. Поют как дети, так и взрослые. В этом году отмечают организаторы День славянской письменности и культуры. Таким образом, решили отметить не случайно. В 2016 году Сочи принимает всемирные хоровые игры. В рамках этого события в России проходит такая общефедеральная, общероссийская акция в поддержку этого праздника, когда в 12 часов дня, 24 мая, все сводные хоры крупных городов России начнут петь вместе. Причем петь они будут приблизительно один и тот же репертуар, который был заранее нам рекомендован. Мы его разучили. И Сочи, естественно, как будущая столица всемирных хоровых игр, тоже принимает в этом участие. Святых Кирилла и Мефодия завтра будут вспоминать во всех городских церквях. А вот на площади администрации города День славянской письменности отметят на светском уровне. Первое произведение в репертуаре сводного хора «Кант Кириллу и Мефодию» прозвучат и обработки народных песен. Я буду дирижировать сводным хором, который состоит из учащихся музыкальных школ, из народных коллективов творческих, из профессиональных академических хоров. И очень интересно все это будет.